парламент жоқта заңсыз қабылдаған Қазақстан Республикасы Конституциясын өзгертілсін деп біздің адамдар Алматы зеленый базарда адамдар осылай өзінің пікірлерін ойларын көрсетіп жүр. А, у нас же День Конституции. Вот люди сейчас во время Дня Конституции вот такие акции устраивают. Да. Это относится к ликвидации безграмотности. Потому что парламент приняли, без парламента приняли закон и внедрили его. А на самом деле это произошло тогда, когда не было парламента. То есть парламент предварительно разогнали. И вот так вот делали. Вот люди тем являют свои противоречия жизнь. Сейчас у нас в Алматы это в моде. Люди так ходят. Требуем конституционную реформу. Долой авторитарную конституцию РК, принятую незаконно принимали 30-го 8-го месяца 95-го года в отсутствие парламента. Это получается, в отсутствие парламента в 95-м году принимали. Сейчас люди начали вот так ходить. Завтра у нас получается День Конституции. Это они ходят по старому к лошади вот так.